Посылка. Как надо открывать посылки. Пошутил. Тут 12 вольт выхода вроде бы, а тут 5 вольт. Попробовал. Это такой лампы 19,5 ватт, 2500 люменов. Не заряжает ни от каких светодиодных ламп, только от вот 150 ватт лампы накаливания заряжает. Вот этот вот осциллограф. Вот я поднесу. Вот пошла зарядка. На таком расстоянии уже заряжается. Немножко ближе. Вот заряжается на таком расстоянии. Таком. Надо посередине нужно держать, поняли? Немножко отдалю. Тут даже заряжается на таком, если посередине держать. Еще удалю. А тут уже не заряжается. Или заряжается. Вообще-то он полностью не заряжается, он моргает, это молния. Он должен постоянно молния гореть, когда он заряжается.
Потом он то пропадает, то появляется заряд. Вот об этой панели отзыв, что наилучший выход от USB 0,3 можно сказать амперы и 5 вольт, что примерно 1,5 ватт. А в спецификации ЦИЭХ написано, вот 1200 миллиампер. Максимальный выход. А там пишет, что максимальный выход 0,3 ампера. Вот прикрутил желтый светодиод напрямую к плюсу и минусу. Вот он горит. Даже от такого лампового освещения. Вот я притемняю, он вот потух. Начал моргать. Вот потух я своим тенем затемнил. Вот это накалывание лампы горит. Если ее выключить. Вот выключил лампу накаливания, он потух. Попробую поднести его больше к свету. Вот этот люминесцентный ламп теперь горит. Слабо. На таком расстоянии. Так более-менее горит. Вот включил 19 ватт, которая даже светит, может, поярче светодиодная, чем накаливание. Но вот светодиод от ней не горит при таком же расстоянии. Вот тут уже начинает гореть. Это слабо. Вот он горит, даже вот возле самого окна не поднес. Вот если вот так поднесу, так он тут начинает уже красным гореть, как бы перенасыщается где-то там 20 миллиампер, может. Он даже до самого окна не подошел тут. Вообще-то человек, что пишет, что там 0,3 ампера, он может мерил через измеритель мощности, а там уже в том измерителе мощности могут происходить потери. Не очень качественные, может быть. Там он не умеет нагружать нормально, это нужно на какую-нибудь лампочку или резистор загрузить вот так прямо от выхода и измерить токи напряжения. Потому может он там неправильно измерил, может на самом деле и может 1,2 ампера выдать при 5 вольтах. Я все-таки измерил ток с этим приборчиком и
когда вот тут где-то эта панель-то, где-то там 1 миллиампер, если мне казалось 20, он ярко горит, но на самом деле где-то так 1 миллиампер, когда вот тут где-то панель вот. А если вот ее к самому стеклу приложить, там, к окну, тогда 31 миллиампер самое много показало. Тут где-то 2,2 вольта, 2,3, может, и 31 миллиампер на этом светодиоде. Я таких много, поэтому взял 2,2 вольта. Вот на 13,5 лампочки 1,7 вольта и 43 миллиампера. Вот панель вот так вот, как оно представлено. Лампочка еле горит. Там красненький. Но когда смотрю через мультиметры ток, тогда она горит слабее. Поэтому там еще несколько теряется на самом мультиметре. Там и напряжение теряется, и ток теряется. Поэтому можно допустить, что на самом деле там 2 вольта на лампочке. Может каких, ну, 60-50 миллиампер. Лампочка 13,5 вольта и 0,16 ампер. Попробовал вот сделать такой вот адаптер 12 вольт. Линии подключить, и вот лампочку она поднес, как но она вообще не горит. Так что похоже, что ток от 5 вольт линии идет сильнее, чем от 12 вольт. Проверил на этом светодиоде, так ток был где-то 23 миллиампера, когда тогда был 31, кажется, или 43. 31, кажется, миллиампера. Так что пока что на 12 вольт линии слабее ток, чем на 5 вольт. Хотя тут наоборот показано, что и макс на 20... На 12 вольт 1,6 ампера. 14 вольт и даже 1,96. Что-то пишут. Понятно. И P max. Причем тут P. Так это power. Причем тут power? Это же не power, а current. А ESC... Можно понять, что и source current может... А, это исходной ток, как бы, от самых панелей идет. А тут вот не outsource, тут, наверное, в outsource 14 вольт. Не очень понятно. Регуляр output 12 вольт 1200 миллиампер и 5 вольт 1200 миллиампер. Как бы ток должен быть одинаков. Вышел я на улицу и на улице подключила. Лампочка ярче горела, чем от окна. Но солнца не было. Солнце как раз зашло, пока я вышел. И там большие тучи, как бы она еще не скоро выйдет. Потом и назад вернулся. И лампочка примерно одинаково горит, как от 5 вольт, так и от 6 вольт. То есть как от 5, так и от 12 вольт. Вот как отсюда, так и отсюда. Но немножко ярче от 5 вольт. Вот примерно так же горит, как и от 120 ватт, 150 ватт лампы накаливания. Самая яркая где-то вот на таком расстоянии она горит. Только теперь она горит, не знаю, или видно на камере.
Вот тут она слабее, говорит, она самая яркая где-то на таком расстоянии, говорит. Так что если негде проверить солнечную батарею, можно возле лампы накаливания проверять. Возле светодиодной лампы так она не горит. Потому что инфракрасные лучи, видимо, может вот так даже лучше она горит. Поглощает. Где-то вот здесь горит она. А тут вот этот разъем выдает 3,4, 3,6 вольт. А возле самой лампы 14 там с чем-то вольт выдает. Опять вольтовый разъем выдает. ВСБ. А тут 2,3, 3,4 вольта. Вот если я голову притяню, 2,3 вольта. А возле самой лампы 5,4, кажется, или 5,3 вольта.